Один куда-то в гараж падает, зачем? Сюда пойдет. Даже его там приняли из дробаша. Паша Лакос. Бенузик на самом деле так-то вообще стирает нормально. Так, это не его убили. У меня справа чел должен быть. Если ты устал лагать, VPN беги качать. Gera Booster – самый лучший способ играть на лучших серверах Европы. Ссылка в описании. Тайминг будет? Какие они взрываются нафиг? Какие они взрывают там, алло? Ну это точно должна летальная быть. Мне надо к мосту подойти, сейчас там поедут. Бежит, прикиньте. Все, сейчас умрет. Ногу не спалю у него, да? Вот так вот можно сделать, по идее. Я дал ему еще хит. И еще хит дал. А как он не умер-то, блин? Найс, текстура. Тачка едет. Стопнула? Нет, катит. Давай ты отсюда поедешь. Спасибо. What the fuck? С первой не получилось. Привет, Ранга, в чем прикол с таким скиллом играть обычку, так еще и в соло играй против сквадов. Вот в чем прикол, объясни мне, заходить
и писать то, что мне нужно делать. Это, вот, знаешь, вот то же самое. Вот представь, человек с большой челюстью. Вот он ест, я не знаю, например, там, арахис какой-нибудь. И ты ему говоришь: бля, чел, нахрена ты с такой челюстью арахис и ешь? Тебе, блин, грецкие орехи надо кушать с такой челюстью. Нравится соло и играть. Играю соло. Да куда, ёб помань? Спасибо, что хоть ты остался. Но зона, кстати, могла и тут быть. Тут, по-моему, опыта нет, да, такого сильного? Нормально. Пройдем. Справа чел. О, нифига ты. ПВД. Не юзай. Я хорош, не юзнул. Он за ангар убежал, да? Или вы? Да у меня так патроны кончатся нафиг. Стреляй по ним. Здорово, Решат. Приветствую. О, нифига, он куда приехал. Меня типа закрывать, да? Окей. Нормально идем пока что, да? Чисто не спеша так. Ну все, умер. Да в смысле нахуй? Ошалеть. В третьей броне, что ли? Я его еще еле увидел, блин. Почешуеть можно так. Up.
Где? А, это чел? Или это не чел? Нет, это не чел был, ёпамань. А может и чел? Опа. Ну тут верхнего надо закрывать. Он сейчас сюда пойдет. Я его убиваю. Если он налево не пойдет. Это не он. Я не ангел и не демон. Не демон. Есть такая песня мне. Я помню этот. Ну, в Кирове у нас на Вятке там афроамериканец один жил, и вот он песню пел. А у них же акцент такой. И вот он типа поет место демон, типа демон, потому что по-другому не могут. Вот, и он так: я не ангел и не демон, не демон, не демон, не демон. Я так угорал с этого. Казалось бы, при чем тут демон, да? Мне не послышалось. Вот всегда, когда слышится, нужно просто проверять нафиг. Привет, дедшот, приветствую. Чисто шажок какой-то услышал, думаю, ну проверю на всякий случай. В итоге там чел. Я еще и выходил левым плечом, то есть я вообще мог умирать. Если бы он сидел просто в прицеле вот так вот, то я бы, скорее всего, умер. Но чел под деревом. Кого ждем? Что будет бах? Да куда ты? Оп. Там текстура была! Текстура! На, хаешку, блин. Под забор. Ой, я почти его убил. Он в ЛГ там сел. В смысле? Я ненавижу эту игру. Вы видели, как я просто за деревом нафиг получаю урон? Я стою за деревом. Алло? О, нифига тут, кстати, у него лутецкий-то прям бодрый, я вам скажу. Только жопа говно. Жопа говно. Так, что, надо еще пистолет взять? Вот так, оп. У меня 5 живых. Двадцаточку плотную делаем. Да? Сейчас, смотрите, чел пойдет слева, я его убиваю. Это будет 19-й фраг. Где он? Он должен идти. Я надеюсь, у меня тут нет никого. Помог бы мне заруинить игру. На всякий случай эту жопу сниму. Она мне тут не нужна. О, нашел нормальную. Опа. Замечен. Блин, опасно тут ходить вот так вот. Тут где-то должен быть чел. И он просто сидит. Нет, нету. Чел подкрадывается. Вот в этой херне. Так, надо хаешки набирать и флешки. А я тут смогу кого-то увидеть? О, нифига себе.
Вот это я нашел себе лазеечку хорошую. А где еще один? Я сейчас включу ее. Спасибо большое. О! Где? Я ничего не понял. Хорош парень. Ну, вот такая бодрая каточка получилась. 2400 урона. Офигеть, нормально.